Хотите обновить свой девайс? Для этого есть отличный сайт e-каталог. Это самый крупный в России и в Украине каталог разнообразных товаров, в котором можно найти все, что вас интересует. На сайте присутствует удобная система фильтрации товаров, а также есть возможность сравнить выбранные товары и подобрать лучшие устройства по характеристикам. Если вы уже определились с товаром, то e-каталог будет лучшим решением, чтобы посмотреть все характеристики, фотографии, отзывы о товаре, а также найти самое выгодное предложение среди возможных. E-каталог имеет удобный простой интерфейс, который поможет не только сэкономить ваши деньги, но и время. Ссылка, как всегда, в описании. Ну что, дорогие друзья, это уже 9-й дубль, подняться до 5800. Честно, как-то уже надоело. Хочется реально переобороть уже 5800 и пойти дальше, потому что если я зайду на 5800, я стану трехкратным чемпионом. Ну просто это уже третий раз я захожу в чемпионы. На самом деле хочу стать большим чемпионом и зайти на 6100. Поддержите меня, приходите на стримы и надеюсь, что у нас все получится. Короче, колода с големом, поехали. На твинке у меня не получилось за 4600, но сегодня будет стрим именно на твинке, скорее всего. Но опять у меня не получается сейчас гемы закинуть с той прокачкой, которая у меня там есть. Я не знаю, как я далеко смогу зайти, поэтому, не знаю, либо твинк, либо основа сегодня, опять же, да ну, подождите, пацаны, это же, ну, подождите, это же 5700, вы же сейчас не шутите, подождите, ну это же не шутка, это же 5700, правильно? Ну да, 5700, а ну, я не сплю? Да нет, я чувствую боль, я не сплю. А что тогда? А как тогда? А в смысле? В смысле элитные варвары на 5700? В смысле? Ты чё, идиот? Как это так? Ну как? Ну ведь нет, это так же не должно быть, так же нельзя. Лол. Размен по вышкам? Нихера, бля, не размен, сука. Шаян. Ты кто такое? Ты кто такое? С элитками на 5700? Ты серьезно? Как ты сюда, чудовище, забрался? Кто тебя сюда пустил? Ребята, кто пустил? Сюда, это чудовище. Ой, ладно. Если всерьез, то, блин, ну, камон, элитки на таких кубках не тащат. Ну, это редкость, я вам серьезно говорю, это очень редкость, что... Че ты улыбаешься, ты? Шмыга, блин. Голема ставить нельзя, видим, опасный пирожок против нас, поэтому голема нельзя ставить. Мне бы вторую печку его, хотя, чё, зачем мне вторая печка, я кину просто poison. Давай, элиток, что ли, чё ты ешь, давай, поехали. Так, минус эти миньоны, так, ну вот они. Вот они, так, тихо. Я же всё сделал чётенько. Так, 350 хп. Ну, блин, буду добивать пойзеном, да? А что делать? Буду добивать пойзеном и бревном. Отлично. Так, сейчас будет мега-супер-пупер атака. Я надеюсь, я этого гандона выиграю. А, потому что по-другому я его не назвать... Блин, ну, серьезно, приходится я тратить именно на правую сторону. А хотелось бы на левую. А, у него торнадо есть, поэтому сейчас пушечку нельзя кидать. Давайте вот так вот сделаем. Так, пушечка. Так, тут бревниш. О, бляха-муха, я забыл, что мне бревном добивать 39 хп. Твою медь. Что, я прокручусь до бревна или поздно может добивать? Да 18 секунд, в принципе. Не-не-не, не хочу рисковать, не хочу. Не хочу рисковать, друзья. Добиваем так его. Так, все, сейчас собрались. Сейчас не спешим, самое главное. Так, там у нас юниты есть, чем дефать элитных варваров. Поэтому запускаем голема. Он запускает своего палача, тратит бревно, окей, понеслась пушка. Опять печка, да сука. Так, ну бревна у него нет, пушка не сдохнет. А, ну да, так сдохнет, конечно, без спору. А, здесь давайте ночную ведьму. Ой, как-то я тупо, да, ночную ведьму, пацаны, слил вообще. Слушайте, а он же так меня потихонечку и заберет, правильно? Постоянно бревно, фаербол. Постоянно вот это все, да, движение будет. Так, ну там дракончик сейчас. Вот элитки пошли. Так, здесь пушечка у нас. Так, отлично. Минус элитки. Так, у меня есть сейчас... Оп, хорошо. Найс. И здесь закидываем, смотрите, ночную ведьму. Все. Минус палач, это минус проблема. Сейчас будут три миньона, скорее всего. Здесь дракончик у нас. Отлично. Мега-муха.
Так, 2 минуты, но я должен успеть его снести. У меня уже пушечка появилась. И кто-то сейчас сосо Павлиашвили делает. Кто же это, не слышу? Это Шаян у нас делает сосо Павлиашвили. Шаян, да на колени, падла. Я ненавижу элитных варваров. Я всегда говорил, что пацаны, да не бомбите на элиток. Это самая херовая карта. Чего на не бомбите? Нет, я тоже ненавижу их. Я теперь тоже из тех бомбящих людей, кто ноет, что элитки имба. Правда, бесит элитки. Ну, я удивлен, то, что он на 3700 с вот этой парашей. Ну, ладно. Поехали. Последний бой. Оу, 5800. Страшно. Так, ладно. Вот смотрите, у меня эмодзи просто тьма. Ну, для чего они мне? Я ими даже не пользуюсь. Так, ночная ведьма. Ух ты. Что, пятая легия? Ух ты. На 5800? Тоже мне, блин. Так. Так вот пушку, чтобы фаербол, кстати, может, да? Так, чтобы по всей... Оу, май гад. Ладно, poison. Торнадо нам не понадобится. Надеюсь, он не фризанет. Вау, смотрите, смотрите, какая атака идет. Смотрите. Давай, 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 дружище, давай. Пацаны, ну когда ты делаешь 9 дублей за целый день на 5800, ты не такая у тебя будет неадекватное поведение, поэтому не обращайте внимания. Я ему вышку отдаю. Блять, у него же шарик. Так. Так. Итак, все, фух. Я думал, не задефлюсь. Варвары? Ты что? Чудище лесное. Так, разряд, окей. Но все равно у меня преимущество, да, наверное. Смотрите, сейчас пушечку выкачу на. Тут посередине. Сейчас только эликсир насобираю на нее. Оп, и пушку выкатил. Все, а что ты теперь сделаешь? Ну, у тебя шарик есть, я знаю. У меня сейчас эликсира нет, у тебя есть все шансы снести меня на 3 короны. Но ты ставишь гиганта и в итоге не попадаешь на пушку. Пушка долбит, 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 долбит вышку. Но, ребятки, у меня сейчас нечем контрить шарик. Нечем контрить шарик. Здесь я кидаю poison. Здесь я ставлю ночную ведьму. Здесь я использую торнадо. Здесь я использую мегамуху. В принципе, должен задефаться. Найс, найс. 2500 хп на его главной вышке. Ну, я думаю, что это не проблема, да? Главное, вот самое главное, чтобы он не на 3 короны сейчас шел. Это самое главное. Так, пушечку катим сюда. Дракон. Бревно. Бревно. Так, ну да, я победил. 5800! Просто! Хорош. 5800. 5800. Я уже брал 5800, я хочу 6100, но я хоть забрался в этом сезоне, я думал, что, блин, камон, что-то как-то не очень в начале было, да, кильт особенно, когда я словил на 5500, помните, да, как я застрял на 5500, я думаю, камон, а что же я буду делать на 5800, если я на 5500 застрял. Итак, внимание, внимание, сейчас, смотрите, будут награждать Холдика почетным званием чемпион. Давай. Давай, заряжай эту шарманочку. И... Ей, сюда. Ну все. Трехкратный чемпион. Друзья. Это только 5800. Это такой полуфинальчик. Надо взять... Надо взять 6100. Потому что 5800, ну такое. Типа, да, уже брал, но надо взять 6100. Вот 6100 уже круто. И последняя цель останется 6400, и когда у меня будет фулл аккаунт и 6400, я не знаю, какой смысл будет еще играть на этом аккаунте. Никакого. Вот потом я уже буду думать, либо продам аккаунт, либо разыграю. Потому что, ну а какая? Я буду уже, ну, либо новый, если буду продолжать играть в рояль, либо новый аккаунт также поднимать, либо, ну а смысл на этом уже играть? Так, разве что по фану. Вот, я вам хотел показать повторчик. Повторчик против... Ну, я не знаю, много повторов интересных, но давайте, вот я думаю, что этого игрока вы точно знаете. Сейчас я вам покажу, ребятки. А, ёпт, недоступны уже эти повторы. Я же сегодня до хрена раз играл.
Вот, Волрайдера. Выиграл Волрайдера, это настоящее. Думаю, в русском комьюнити его знают. Я, правда, не знаю, кто играл на Волрайдере, но деки у нас были одинаковые. То есть, ну, не было такого, знаете, что... А, так у тебя контр. Ну, то есть, так уже не скажешь. Деки были одинаковые. Но, вот, 2-1. Тоже был прикольный поединок. Я не знаю, какой вам бой показать. Ну, вот, можно, в принципе, посмотреть против... ну, так, чтобы эпично, прям эпично-эпично, такого не было тут. Ну, вот против Мортира я вообще вынес его на 3 короны без шансов. Вот давайте посмотрим на X2. На X2 посмотрим, чисто так, по фану. Да даже на X4, потому что, ну, там повторы, я думаю, не... Нет, давай, X4 это чересчур, да? Давайте X2. Вот. Повторы это, ну, на самом деле, не живые эмоции. Я не знаю, не люблю повторы комментировать, не люблю их сам смотреть. Разве что в TV Royale что-то интересное. А так, в целом, знаете, вот я, когда записываю обзоры колод и смотрю поединки других игроков, блин, ну все равно ты вот не понимаешь, что он в тот момент думает и что он в этот момент готовит. Просто видишь, что он выпускает карты и тащит, да? А так ты не понимаешь, ну... Нету объяснения, почему вот здесь так, и... Ну, если это аккаунт, допустим, какого-то другого игрока, не мой... Точнее, аккаунт какого-то игрока, а не мой аккаунт. То есть повторы не сильно люблю комментировать. Поэтому давайте вот... Вот теперь можно на их 4... А, ну смотрите, он попытался на 3 короны, да? И тут вообще вот сейчас изи. Я подбрасываю дракона, подбрасываю мегамуху, он вообще абсолютно без шансов. Просто без шансов падает. Круто. И золотую лихорадку выполнили. Сегодня, ребята, я, наверное, дам паузу своей основе. Пускай она отдохнет. 5800 кубков. Я думаю, что в клане меня там сейчас поздравляют. В общем, если что, захотите в клан, если будут места. Короче, спасибо вам за просмотр. Сегодня, скорее всего, будет джиджик. Ну и жду вас на стриме, естественно. Наконец-то я записал это видео, блин, 9 дублей подряд. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока.